В маленьком голубом домике с кожаной крышей жила-была куколка, красноплатьица, а звали ее Неваляшка. Она была очень милой и доброй, с покладистым характером. У Неваляшки было два лучших друга, Зайка и Мишутка. Бывало, они веселились не напролет, но кто бы как ни крутил Неваляшку, она всегда была стойкой и по-прежнему приятно улыбалась. Честно говоря, Неваляшке и самой очень нравилось крутиться и качаться туда-сюда. Как-то раз Зайка спросил Неваляшку: «Куколка, а когда у тебя день рождения?» «Не знаю». «Как же так? Ведь день рождения – это торт, песни, танцы, много друзей и красивые платья». На следующий день куколка проснулась и загрустила, думая о том, что нет ни торта, ни праздничного платья, да и когда у нее день рождения, она не знает. И тут Неваляшка вспомнила, что в русской деревне есть у нее старшая сестрица, на все руки мастерица. И решила куколка отправиться туда, да все про день рождения разузнать. Отправилась она в путь-дорогу. Шла Неваляшка, шла по полям и по лугам, и вдруг увидела вдалеке дома. Это и была русская деревня. В деревне Неваляшку сразу встретила ее старшая сестрица. И интересного и необычного, и теплая печь, и красивые коврики, и глиняная посуда. Неваляшка, а ведь у тебя завтра день рождения. Да, но ведь у меня нет ни торта, ни праздничного платья. Не печалься, я тебе помогу. Да как же нам вдвоем все успеть? А почему же вдвоем? Алый шелковый платочек, яркий сарафан, цветочек, упираются рука в деревянные бока, а внутри секреты есть, может три, а может шесть. Эти яркие сестрички дружно спрятали косички и живут семьей одной, только старшую открой. Вот видишь, у меня целых пять сестер. Такой компанией мы точно справимся. На все руки, мастерица. Заходи, дорогая Неваляшка, мы так давно не видели. Какой у тебя дом, матрешка, красивый. Он мне очень понравился, в нем столько... Сестры принялись за работу. И уже к вечеру у сестер было все готово. И платье праздничное шили, и торт испекли. Теперь можно и отдохнуть. Русские матрешки собирались спать. Надо нам, сестрички, всем кружочек встать. Пухленькие крошки, русские матрешки, радуют все друг дружке, шустрые подружки. Сестрицы обратно самую уставшую и заболелись. А как только солнышко встало, попели в день первые петухи, как Неваляшка проснулась. Собралась она обратно домой, день рождения отмечать, и сестричек пригласить не забыла. Дорогие мои зайчонка, попрыгайка, лисичка, сестричка, бельчонок, крошка, и ты, медвежонок Жора, приходите ко мне в гости, у меня сегодня день рождения. Угощу я вас вкусным тортиком, который мы испекли с моими сестричками-матрешками. Здравствуй, Неваляшка Маша. С днем рождения тебя, Неваляшка. Проходите все за праздничный стол, всем места хватит, угощайтесь. Всем игрушкам было очень весело, они смеялись, шутили, играли в ладушки, рассказывали небылицы. А давайте поиграем в прятки. Давайте. Все стали прятаться, а Неваляшка хотела спрятаться, но не могла этого сделать. Как бы она ни пыталась присесть и спрятаться, она подпрыгивала и вставала, издавая мелодичный звук. Приходилось Неваляшке Маше все время искать своих друзей. Неваляшка Маша, почему ты не можешь присесть или лечь, чтобы спрятаться? Так ведь ты все время будешь галить. Тут старшая сестренка-матрешка продолжила разговор и рассказала, почему как бы ни старались уложить Неваляшку Машу, она всегда со звоном поднималась. Неваляшки не обычные игрушки. Внизу них находится утяжелитель. Из-за этого центр тяжести смещен вниз. То есть самая тяжелая часть Неваляшки находится в самом низу, на середине дна. И эта часть тяжелее, чем вся Неваляшка. Поэтому, как бы мы ее ни повернули, на какой бы бок ее ни положили, она всегда будет стремиться принять вертикальное положение.
То все игрушки расселись кружком, и старшая сестренка матрешка рассказала историю. Когда жирочку доспали все игрушки, неваляшка Маша стала произносить громкие звуки, от которых в доме все проснулись. Оказалось, что началось землетрясение. Так неваляшка Маша предупреждала всех об опасности. Тут игрушки вспомнили, что засиделись на дне рождения и ждут дома. Стали обниматься, хвалить неваляшку Машу и попрощаться с ней до следующего дня. До свидания, подружка. До завтра. Спасибо за праздник, который ты устроила. Было очень весело. А торт был самый вкусный. Спасибо, неваляшка.